Не прыгай, возьми потихонечку.
Sine de dreapta și vom care și-o padă. Și e cu cu ce zice? Nu, 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 нет. Нет. Награда должна быть две согнутые. Одна наверху, одна внизу. Есть одна держать. Я хочу. И в этом. Есть. Нет. Награда должна быть. Но ты можешь вещь показать, блин. Я хочу. Ну, ногу наверх подними. Блин. Рука здесь, ноги здесь, везде, а вот здесь. Видишь, у меня почти две ноги в поле. Рука вот здесь, а вот здесь. Вот так. Вот. Вот так и значит. Мак, бросай. Я бросаю. А чего ноги вместе стоят? Поэтому есть заведение за равновесие. Чуть-чуть раз в правом плену, ноги шире сразу стали. А в другую сторону. Хорошо, стоп, Мате. Мате, ты идешь к Сырбу. Yeah. Да. Артур сюда. Он сюда идет. Сюда. Ну и завязали тебе. Блин, ты не так завязывал. Стой. Еще раз, вы должны смотреть на них и смотреть на них, чтобы на вас не упали. Так, ты должен стоять. Татьяна, а поменяйте их местами, чтобы если даже упали не на маленьком. Ну а то мы один раз. Нет, давайте сделаем так. Вы вдвоем сюда, а вы вдвоем. Да, так будет. Все, две минуты боремся. Еще раз, Сэм, ты в стойке остаешься, Артур в стойке. Так. Делаешь сюда, ты вот делаешь сюда, ставишь руку, помещаешь руку вниз.
Мне надо, чтобы когда ты чуть-чуть колено особенно не сюда, а именно вот здесь. Посмотри. Раз, шаг делаешь, да? Раз. Ты держишь голову. А ты смотришь голову. Раз, ты говоришь. Оп, и держишь голову. Вот сейчас падет. И не сюда. Вот ты держишь руку. Делаешь шаг. Потом ты переводишь сюда. А когда ты выбиваешь, он не падает, а я не могу. Они ноги сами там. Да блин, я просто пошла. Раз. Я хотел это сделать, тут блин. Ну ладно, давай. Раз, голову. Как? Вот. Все время, когда так, его ноги сгибают. Давай. Чуть-чуть. Артур, вот это. Вот, смотри, да? Вот я все взял, посередину. Что ты стоишь, блин? Вот эта рука, что вы тебе здесь делали? Да? Что, девочка, что ли? Вот здесь. Даже с девочкой обниматься так неудобно. Что ты руку здесь эту держишь? Тебе показал, что ж бывает? Ты сейчас не улетел? Почему? Потому что рука здесь. Еще раз я показываю. Тебя что? Вот у тебя рука должна. А теперь посмотри, если ты хочешь туда. Вот ты хочешь. А! Видишь? Эй, все это. Вот ты борешься. Вот ты борешься. Если ты только всю руку поставишь. Вот, я дожду. А ты там ты ходишь. А что ты не бросаешь? Что ты стоишь здесь? Ну, что здесь стоит? Да. Держи ногу, подержи! Молодец! Все, мате, мы. Сядь сюда. Значит, рука. И как? Бери это вот так, сюда. Вот. Раз. Тихо, пошли. Стой, Гадря. Вот. Молодец, умница. А ты? Что? Вы работаете? Да. Сюда. Мас сюда. Артур, к сыну. 2 минуты боретесь, потом опять его разогревать. Мас отдыхает, и ты отдыхаешь. Хорошо, Биня, теперь смотри, ты уходишь за колени, а руками молите, так, посмотри, цинь, уну, доль, ответный захват, просто бери здесь и лоб, просто ты, раз, все, дальше что, я хочу его туда бросить, я ухожу в сторону, просто ухожу и руками, хоп, на колени, руки. Беру захват. Можно сразу сделать, но он уходит в бок. Надо что сделать? В сторону, смотри, руками. Оп. И перекат. Делай ему. Интересно. Мате, стойку. А вот должен идти еще. Посмотри, вот ты стоишь. Вот. Да. Еще 3 раза. И потом меняемся. Еще раз вообще. Ага, правильно. Что-то болит? Нет, скажи, если болит, то я просто по-другому немножко отдохнешь. Уходишь. Стоп. Андрюх, почему он правой рукой держит у тебя захват? Возьми, пожалуйста, правой рукой захват. Правой. Вот это, стоп, Андрюх, отпусти захват. Он не должен там держать захват. Стоп, Андрей, еще раз. Я тебе показываю, как он должен держать.
перед зарплатой. Вот. Он не должен так лежать. Если он так сделал с зарплат, значит, надо его туда кидать, раз. Если он это, уже поздно. Значит, двумя руками нельзя срывать. Как что? Можно. Или вот так держать, или вот так держать. И если он уже взял зарплату, хотя бы, чтобы он здесь держал, понимаешь, чтобы здесь держал. Закрывать такое нельзя. Но поймать его здесь можно. То есть, вот, даже если, вот если он взял вот здесь взял, да, вот здесь, не просто брать зарплату, а посмотри, просто отсюда. Оп, 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 отсюда, оп, оп. Постарайся, чтобы он не брал. Сделали? Да. Так. Вот сюда встали. Да. Да? Да, да, так что ты сидишь? Быстрее давай. Помочь? Нет, спасибо. Слава Богу. Встаньте туда. А ты иди ко мне. Так, смотрите дальше. Вот сюда встаньте, пожалуйста. Сейчас ты делаешь раз, два и перекатывай, встаешь. Раз. Два на колено, не так. Все. Раз, два, и становишься на колено. Кинок. Давай. Раз, два на колено. Нет, так. Вот. И сюда. Оп, и встать. Оттуда делаешь сюда. Не спеши. Раз. Раз. И перекат. Встал. Еще раз. Раз. Смотри. Он делает. Раз, потом ставит колено. Давай. Раз, колено. Рука вот так, вот так. Не так, то будете так и перекат и встаёт. Стоп. 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 А то тебе. Ты когда борешься? Он? Да, ты борешься. Он выше, здоровее, там, вес больше. Он раз и дал. То есть ты вроде правильно делаешь, а он как бы думаешь, блин. Да, ну могут дальше. Значит, ты, ну, может, бросить. Обязательно залезть. Значит, что нужно сделать? Эту руку? У него два шага, тебе одно, да? У него же будет третий, ты его второй. То есть ты выиграл. Если ноль-ноль, значит один на один. Но зато ты ему поймешь. Жену. Вот. Так, а ты вот сюда встань. А, вот сюда вот. Вон туда, 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 подальше, просто чтобы это... Давай, сделай. Пять раз тыгля, туда, пять раз зря. Пошел. Раз, раз, и перекат. Колено, и перекат. Руку не так, а вот так, на ладошку. И на ладошку. Вот, ладошку, вот. Хорошо. Бини, смотрите сюда. Смотрите сюда. Смотрите что? Эй, эй. Это время. Посмотри, нужно что сделать? Надо, чтобы он шагнул вперед. Раз. Дальше. Вот у вас есть руки. Вот сделали шаг назад. Руки. Руками. Вот так сделают перекат. Еще раз. Посмотри, я взял зарплату. Мы взяли. Дальше. Отсюда. Маленький шаг. Вот тут сделал шаг. Теперь по руках. Вниз, вниз. А это отсюда. Вот. Он взял падение. Нет, один упач. Делаем сначала. Один раз вправо, один раз влево. Потом ему. Один раз вправо, один раз влево. Так. А, стоп. Встань здесь, как ты, а ты здесь. Делаем один раз, ему один раз. Стоп! Мате! Мате! Макс, ты можешь побороться сейчас? Можешь? Все, идешь сюда. Да, спасибо. Да, сюда идешь. Ты живой? Да. Хорошо, все, боретесь. Идите сюда. Еще раз. Делаем. Хорошо. Нет. Теперь ты берешь. Dacă ne-am tuie jos, să trage pe atunci. Am avut frânta de zi de ipon. Stop!
статистику, да. Ну, стоп. Кто делает? Ты делаешь. Да? Стоп, на 5. 80 баллов. Что не делаешь? Теперь стоп, на 5. Отошел. Иди сюда. Посмотри, иди дальше. Рука. Стой. Ну, а за... Когда цирка и карты, карты. Стирай. Два. Вот смотрите, он бывает так. Вот он
него нога. Все, я с этой ногой. С этой ногой не работаю. Захватим назад. Потому что какой смысл? Я работаю с этой ногой. С этой ногой что можно сделать? Зацеп? Он мне высечет через грудь. А вот я могу просто ударить. Я могу подсечку взять, могу зацепить. Давай мне зацепить. Если у меня нога поднята, подвинь. Тогда я раз подсечку делаю. А если он стоит на ноге, встань. Вот, встань. Тогда я раз цепляю. Гоп-гоп-гоп, зацеп идет. Подсечка или зацеп. Дальше. Для того, чтобы мне легче было сделать. Смотри, я еще могу папу заднюю показать, он еще могу идти дальше. Если он дальше, то я раз отсюда захожу, видишь? Отсюда нужно нарабатывать, чтобы хорошо делать подсечки. Я полгода приходил, все играли там, в футбол, мяч бросали, в футбол, стоял, пил этот. Бам-бам-бам-бам-бам. Бил-бил-бил. И теперь, когда делаешь вообще? Опа, у меня сразу нога идет. Потому что я чувствую, как подходит, начинаешь уходить, хочешь перекрыть. У меня уже нога. Я могу не сделать, но по крайней мере я уже точно что раз нужно сделать. А если нога сюда пошла, подсек и не получилось, я уже сюда залезаю, да? Или сюда. То есть это нога не работает. Что у вас получается? Фикс пивово. Матея, Артур, идешь к Серго, Серго шеф. Так, ты идешь к нему. Туда, да, идешь к брату. Эй, без падений, берешь захват. Макс, у тебя есть такая особенность, ты очень много двигаешься. Здесь он просто испугается, руки. Остановись, дай ему захват, возьми отверстие, чуть-чуть походи. Раз, чуть-чуть сзади, раз, чуть-чуть выведение. Сюда. То же самое. Ну, брат, папа идет. А что это? Вы не можете. Ты не надо. Нормальный бот. Ну, локти, локти. А рука идет. Вот раз чуть-чуть ушел, попрыгал на ноге, попрыгал на ноге. Не уходи просто, попрыгай на ноге. Ну, спасибо, кажется. Вот, для того, чтобы ему интересно было. Ну, я тащить хватит. Ну, фаст подножка не мы, да? Понятно, что так. Вот, короче, мы сюда два лета. Раз, два, и где упор попрыгай. Теперь второй. Второй, залезай. Раз, мы можем развернуться. Раз. Ну, уже убирай ногу, снова, блин, ты чувствуешь. Развернулся, показал через бедро. Сделай сзади. Вернул сзади и обратно. Понятно. Приемы такие. Значит, он залез, ты чуть-чуть попрыгал. Он залез, ты разворачиваешься. Показываешь бедро. Но аккуратно. Он делает сзади, отвечаешь ему сзади. Дальше. Он лезет сзади, ты убираешь ногу. Раз, чуть-чуть. Держи, пока он не уйдет. Держи. Сильнее по ноге между ног. Не надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ноги, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и вот Матей, Артур, иди сюда, давай посмотрим, как сужу уйти с наименьшими тупыми. Через шаг. Как у нас? Вот и удался. Мне кажется, да, вот есть рука. Рука сюда, да, и вот его нога. Или не нога, даже вот можно сюда живот перенести. Так, если он так держит, нога, можно ли его убрать? Сюда. Здесь нога не идет. Следительная вот эта нога, держи. Я не могу сейчас разойти. Достаточно. Вот сюда и сюда может быть. Может. Так. Дальше. Так, теперь нужно что? Может быть, подожди.
Документы 200 лей, кто участвует.